Ну, что скажешь? Ну, это не ахуй. Ну, типа, вот, у меня вопрос, сколько людей могли представить то, что, ну, сегодня вот такое случится? Ну, это история, я не знаю, что сказать, правда. Вот я, конечно, мог, ну, знаешь, у меня были теории, не могу это стыдиться, но... Теперь, ну, как я и говорил, мечты бывают реальностью, стоит только... И что дальше? Что дальше? Ну, не знаю, звоните Реал Мадриду, несите, звоните. Мы их тоже хлопнем, что дальше? Дальше только упорная работа, надо третий кубок забирать, Павел. Так, чуваки, я всегда говорю. Когда я что-то новое перед игрой одеваю, это всегда победа. И не важно, кто это, ЦСКА или Реал Мадрид. Всех с победой, гайз, всех обнимаю.